Всем привет, с вами Юля Статива, и я вам сегодня покажу мою новую посылку из нового магазина. Я там еще ни разу не скуплялась. Мне очень повезло, я попала на мега скидки в этом магазине. Здесь вот скидки, видите, да, это бланк, вот 40%, 50% была скидка. Короче, скупилась я, счет был не особо такой большой, но очень-очень выгодно, поэтому магазин, конечно, достаточно интересный. Там много всего, там и листы, и декор. Есть такие немного необычные вещи, которые не в каждом магазине встретятся. Ну, я вам покажу то, что я приобрела. Вот такой вот листик, это был... от фабрики декора лист для вырезалочек. Хорошенький такой, очень интересный. В общем, еще вот такой вот листик я взяла от Флёр. И вот такое ему в пару. Вот. Ну и декор. Во-первых, я накупила кучу-кучу глиттера. Я очень люблю глиттер в последнее время. Такой вот белый глиттер. Очень много его. Тут пакетик вообще. Здесь вот, смотрите, 20 грамм. Здесь было 30 грамм, я его купила за 8,60, ну, вместе со скидкой. И такие вот два золотых я взяла. Красивые очень. Классно. И вот такой вот серебристый. Он переливается, он немножечко голограммный, такой меленький глиттер. Классно. Вот. Ну и мелочь. Очень многое я купила здесь для себя, для курса. Ну вот, конечно... Очень мне понравились такие вот крылышки. Вот они меня поразили. Очень-очень такие красивые. Это скраббокс, чипборд. Классные. Уже очень интересно что-то с ними попробовать. Вот такие вот листочки. Я их тоже очень часто использую в работах. Очень люблю. Задавать направление очень удобно. Вот такие вот. Это уже микс разных цветов. Вот. Красивое очень сочетание. Это я больше, как знаете, на школьные странички брала. Попробую с такими листиками сделать. Магнолии. Ой, смотрите, откололась одна. О, вставила. Такие вот магнолии. Магнолии я очень люблю. Они сминаются. Красиво. Приятные цветочки, в общем. Тоже они такие доступные. Чипборды я заказала. Вот это я купила из наличия, а вот такие я заказала. И мне достаточно быстро сделали. То есть я у них просто спросила, можете ли вы сделать, вот мне надо такие-такие чипборды. Они сказали, да, пожалуйста, мы вам сделаем. Предоставили мне даже варианты. Я им задала размер. И мне очень быстро, буквально на следующий день, мне уже прислали счет с этими чипбордами. И я оплатила, и мне уже их и отправили. Очень удобно было и здорово. В общем, здесь много-много вот таких вот надписей. Принцесс. Я купила пудру с глиттером от фабрики декора. Pink Shabby. Пудра для эмбоссинга, я имею в виду. Вот так вот она выглядит. Ну, так достаточно необычно. Попробую что-нибудь с ней сотворить, обязательно вам покажу. И вот я уже попробовала эмбоссинг с этой пудрой. Очень интересно. Такие блестяшечки, видите, да, были крупные. Ну, здесь чуть-чуть смазала надпись. В принципе, даже тонкие линии берет. И вот тут вот такая вот веточка. Действительно, такой нежно-розовый цвет. В шебе стиле. И вот такой вот цветочек. О, даже два. Уже забыла. Интересно. Ну, тоже попробую где-то применить. Это все, вся посылочка. Спасибо вам за внимание. Приятных вам покупок, девочки. Всем пока!